Плести косички и завязывать галстук Свету научили в социальном приюте для детей и подростков Охлебинина. В Уфу девочка приехала на конкурс домоводства «Хозяюшка». Его проводит фонд «Байтумал». Конкурс проходит среди девочек 13-14 лет. Света единственная из социального приюта, кто подошел по возрасту. Всего в Охлебинино живут 28 ребят. Узнала, что скоро вот конкурс, и начала готовиться. Вышивала, вот сидела, подготавливала речь свою, как это, выступить. Вот стихотворение сами сочиняли даже. Боялась и думаю, как я там буду. Вот, ну, сегодня я вот приехала и тоже боялась вот перед выступлением. Ну, не, так ничего, теперь. Ну, сейчас не переживаю уже, думаю, все будет хорошо. Мероприятие началось с конкурса «О себе», где воспитанницы рассказали о себе, рассказали стихи, танцевали, пели песни, удивили кондитерские изделия, вкусный торт они, красивый, розочками украшенный. Принесли кек, зебра, заварное, бауэрсак. Для этих ребят это понимание того, что нужно, необходимо трудиться. Ведь эти дети из социальных приютов, они привыкли, по сути, жить в иждивении. То есть им всегда обеспечено. Им надо там телевизор, там холодильник. Они как бы знают, что их государство не обидится приготовить. Через вот эти конкурсы мы даем понимание, чтобы они умели работать. Вот мы хотим, чтобы, если не можем до конца исправить эту беду нашего государственное юридическое сиротство, чтобы у детей в душе не было сиротства. Фонд «Байтумал» очень многое делает. Можно сказать, за год у них столько мероприятий они организуют, и поэтому очень надеемся, что такие мероприятия будут проходить ежегодно. Потом, возможно, есть даже шансы каждые полгода, даже если желающих много будет. По словам организаторов, эстафету конкурса «Хозяюшка» подхватили уже и другие регионы России. Алина Таюпова, телеканал ЮТВ.